концу 1943 года младший лейтенант Бегельдинов уже командует звеном в своем полку. От подчиненных он требует такой же собранности и внимательности, которой обладает сам. После каждого вылета, садясь на свой аэродром, придя на командный пункт, он в первую очередь спрашивал, что ж я видел за линией фронта. Когда заканчивал свой доклад, что я видел, Талгат Якубекович начинал уточнять. А вот помнишь, в этом месте там были следы танков. А помнишь, вот в этом месте ты не заметил там позиции артиллерии. Талгат Якубекович, видимо, обладал природным даром сына казахского народа, именно соколиным взглядом. Сразу охватывал всю местность, быстро ориентировался в ней, запоминал ее и все держал в своей памяти.